Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Узнай секреты профессионалов». И сегодня у нас просто обзор. Обзор обычной советской штанги советского спортинвентаря. Имеем вот такую вот штангу советского образца. Здесь, правда, не хватает по одному блину с каждой стороны 2,5 килограмма. Так она 30 килограмм веса и имеет 10 блинов по 2,5, по 5 блинов с каждой стороны. Вот. Эта штанга была в советское время очень сильно распространена, так как в ней хороший гриф, вот, хромированный, толстый, 30 мм в диаметре и весом 5 кг. Вот. И блины по 2,5 кг. Блины на этой штанге имеют посадочный диаметр 50 мм и подходят на олимпийскую штангу современного образца. Вот такие. Поэтому, купив такую штангу, вы можете смело себе потом купить любой другой гриф под диаметр 50 мм, и будет очень хорошо все у вас работать. Переходники на этом грифе, посадочный диаметр на грифе 20 мм. Переходники у него были изначально вот такие вот с бортиками, чтобы блин упирался, и потом насаживались вот такие прокладочки. В конце был точно такой же с бортиком и обыкновенная закруточка. Вот. Если вы такую штангу захотите использовать, то можно взять современные блины Интер-Атлетика или Васил, вот, и спокойненько их использовать на эту штангу. Они спокойно налазят. Гриф очень удобный. Надели несколько блинов, закрутили, и штанга готова к использованию. Очень удобно, очень комфортно и подходит под современный образец блинов, которые не мажутся, не пачкаются, не гремят, ничего. Вот, вот такой вот спортинвентарь у нас был. Стоят такие штанги на данное время очень дешево. Вот, и их может позволить каждый сам себе. Штанга удобная и подойдет всем детям, девушкам, мужчинам, всем-всем-всем абсолютно. В общем, покупайте. Тренируйтесь. Всем хорошего дня.